Вот так выглядит крепость внутри. Там мы покушали уже. Вот, таверна. Дерево такое вот. А тут у нас вход. Дальше уже наверх. Стыд, дата 1536 год сверху. Тут был, видимо, балкон раньше. А это окошко, это, видимо, там где стреляли. Внутри оно узкое, такая щелка, а снаружи широкая. Сидели и отстреливались. А это сверху стоит дата, не знаю, 1116 или какой-то, не знаю, непонятно. И снизу солнечные часы. Сейчас зайдем внутрь туда. Пойдемте наверх. Так, проходим тут. Тут внутренний двор. Тут какие-то тоже опоры, видимо, для лестницы или какие-то балконы были. Тоже, видимо, какая-то лестница была. Вот это отстреливались тут, получается. Вот. А тут, тут уже там шире вот. Тут тоже, да, для обстрела снутри. Тут была, наверное, яма глубокая. Идем наверх. Вот тут у нас капели, как церковь типа. Такие деревянные ворота. Закрыто. Так, вот заходим. Людвиг фон Дорингенберга. Такая вот капель, как маленькая церковь. Все с камня выдолблено. Сверху, видимо, там можно было
Сидеть. Вот так выглядит церковь. Такие непонятные каменные такие плиты. Не знаю, для чего сделали. Выходим наверх. Так, тут находились, написано, много домов. Но их, видимо, уже все завалили. Осталась только трава. Так выглядит сверху. Так, с другой стороны, внутри крепости. Видимо, тут много построек было. Старые времена, все уже наверное завалено. Тут какой-то фундамент. Вот даже подвал. И что-то какой-то выход черный. Туннель. Тут вот старые постройки. Остались развалины только. Может был погреб, кто знает. Может тюрьма. Ничего не написано, не знаю. А вот еще выход. Видимо, все было сверху закрыто. Была как крыша, поэтому были черные ходы всякие. Тоже какой-то выход. Так, вид с одной башни. Сторожевая башня. Их, по-моему, 4 такие круглые башни. Высоко. Еще одна. Сильный ветер тут. Пятьсот восемь метров. Так. Электро...
красиво, далеко видать. Каждая башня имеет такие окнатки для обстрела, для защиты башни. Так, это вдоль стены вот такие окна. Еще такая. Кто знает, может, была тут какая-то крыша раньше. Кошка тут такие вот. Можно было сидеть. А вот как балкончик такой. Вот вид. С этой стороны, с этой. Да, красиво тут. Еще окошко. Везде можно было сидеть. Тут что-то пристроили. Наверное, для цветов. Как это называется? Кирпичи какие-то. Наверное, оригинальные еще. Тут тоже для обстрела. Такие щелки. Это внутренняя сторона башни. Риттензал. Риттензал. Так, это у нас помещение, перекрытое крышей. Тут видно во двор с одной стороны, там где вход. С другой стороны. Гарфы? Так, это в конце перехода. Непонятно, это окошко было или что-то. Алтарь, может, был. Такая вот красота. Так выглядит внутри. Это башня. Как я понял, это была тюрьма.
Можно было отстреливаться. Отстреливаться, да? Столько много окошек. Die Gründer der Bombe, die kommen einfach aus dem Anruf. Die Gründer der Bombe, die kommen aus dem Anruf. Das ist krass. Hier ist nicht so schlimm, Schatz. Hier ist nicht so schlimm. Ja, was ist da oben? Viele Steine. Герих Сторм. Так как судебная палата. Герих Сторм. Так, зайдем. Так, снизу. Тупик. Чего нету? Пойдем в какую-то комнату. Это антштубы. Всякие. Geschichte der Rechtsprechung. Im Mittelalter. Gerichtssaal. Так, выглядел. Так, это комната Вахштубы. Так, бочка с водой или что-то. Тут идем. Как комната пыток или что? Тут был камин. Видимо, жгли огонь. Так, это воздух. Поддували воздух, чтобы огонь лучше горел. Еще лестница наверх идет, но
Оно закрыто. Да, получается это. Вот так она открывается. Там находился заключенный. Да? Сюда. Это что? Так-то еще раз тут. Такая скамейка. Сундук. Там не видно. Вот для чернил такая чернильница. Пера нету. А это для заключенного. И вот тут закрывали. Все, выходим. Так, спускаемся назад. Тут какие-то окна или двери были. Так. Там выход. Кошка. Еще какой-то. Такая дверь мощная. Наверное, была тюрьма или что это. Тоже какая-то. Что там? Здесь, наверное, открывалась крышка. Для обстрела. О, а что, свет выключился? Все, свет включается. Сверху. Выхожу. Так, тут еще какое-то помещение. Непонятно, лес. Так, что тут? А, это я сверху смотрю туда. Тоже как тюрьма или что-то. Так, ну да. Типа тюрьмы. Все, скорее. Так, это... Какая-то лестница вниз. Такие ступеньки такие. Так, это что? За катакомба. Можно с камней. О, свет включается. Раньше строили, блин. Так, выложено все. А вот это. Это для защиты крепости, видимо. Да. Так, тут выложено как колодец. Или колодец, или значит.
сделано тут, капитанов. Пойду наверх. Глубоко под землей. Выходим с крепости. Вот такие ворота крепкие тут. Стреляет с лука. Вот обмундирование. Кольчуги все. Копья. Рафаэль, кем? Вот такие мечи были большие. Различные щиты для защиты. Все, наша прогулка в крепости Бург-Херцберг закончилась. Я нахожусь сейчас на парпляце. Стоянка. Очень много машин. Со всей Германии приехали. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И пока. Всем пока.